В молодежном пресс-клубе Центрального совета Союза молодежи Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание с участием представителей соответствующих министерств, ведомств и организаций. В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов. В частности, говорилось об итогах эффективности реализации государственной молодежной политики в 2018 году, а также результаты изучения, проведенного в Пахтабадском районе Ниджанской области и Риштанском районе Ферганской области. Также был заслушан доклад, подготовленный первым заместителем председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Работы по эффективной организации предотвращения правонарушений, борьбы с молодежной преступностью, а также работы, проводимые с молодыми людьми, освобожденными от тюремного заключения на основании гарантии письма Союза молодежи Узбекистана. С докладом об итогах дальнейшего совершенствования и активизации деятельности первичных организаций Союза молодежи выступил заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.